Русский старт. Русский старт. Добро пожаловать в будущее. Будущее популярной музыки. Слушаем свежевыпущенные новинки, знакомимся с самыми перспективными артистами. В общем, делаем все для того, чтобы вам было с нами не скучно и интересно. Вот наши планы на самые ближайшие минуты. Сегодня, ну вдруг вы пропустили, у нас была большая премьера. В гостях были Дима Билан и Люся Чеботина. Песня называется «Секрет на двоих». Если прослушали, мы напомним. Секрет на двоих. Кроме этого, новинка от Андрея Звонкова. Он написал для нас простые слова, так называется его новая песня. Оценим. И нужен мне повод, чтобы позвонить тебе снова и сказать... Еще один новый трек называется «Принцесса», к ней подкатит Фейгин. Собственно, на эту новинку он и выпустил. Ну а теперь самое главное, это гость в студии, свежее лицо отечественной музыки Go Arthur с новой песней, которая называется, впрочем, он сам обо всем расскажет, давайте знакомиться. Русский старт на русском радио. Куда, собственно, Go этот Arthur, мы сейчас у него все спросим. Привет, дорогой Arthur. Привет, привет. Добро пожаловать на русское радио. Самая большая, самая главная радиостанция нашей страны. Программа исключительно про новую музыку и про новых артистов. Тебя новым артистом можно назвать или нет? Я прочитал, что у тебя за плечами 3 образования музыкальных, куча песен своих, чужих. Ты чувствуешь до сих пор себя новичком? Нет, новичком я себя до сих пор не чувствую, но я понимаю, что для новых слушателей я, конечно же, новый человек. Но человек, который уже очень давно в этом. Угу. Три образования, расскажи. Первое, что было? Музыкальная школа? Первое была музыкальная школа, второе — это колледж искусств, и третье — это институт современного искусства здесь, в Москве. Там вокальный какой-то факультет? Да, на эстрадно-джазовом отделении. То есть ты профессионально умеешь петь? Да. Это редко, почему я так акцентирую на это внимание, это редкое качество в нашем нынешнем шоу-бизнесе. Некоторые не умеют, но очень хотят и стремятся. Собственно, поэтому я еще и песни всегда на концертах пою, всегда вживую. Это очень важно. Если нет такой технической возможности? Никакой фанеры. Все равно буду петь. Микрофон не будет работать, буду петь вживую. Ну, поверх просто. Нет, вживую. Не подловите. Ладно, что я о тебе узнал? Родился ты в Тюмени. Да. Тебе сейчас 25. Да. Ага. В Тюмени, я так понимаю, что недолго, да? Ты там выучился и уже приехал получать высшее образование в Москву. Ну, мне 20 лет исполнилось, и в этом году, ну, когда мне было 20 лет, я полетел в Москву. А, нет, тогда долго, с учетом того, что тебе всего 25. Ну да, получается, 5 лет назад я переехал в Москву. Угу. В прошлом году я отучился, и вот. Дипломированный специалист? Дипломированный специалист. Что касается новинки, с которой ты пришел, она новинка относительная. Потому что в твоем исполнении это действительно новая история, но по идее это кавер. Да, это кавер, но самое интересное, что этот кавер еще существовал год назад. Потому что я тогда в ТикТоке только начинал вести видео, всегда снимал контент, надо всегда поддерживать. Слушай, я не знаю, ТикТок сейчас запрещен или нет? Он на всякий сейчас, случай, тьфу на него. Я так скажу, он сейчас не работает. А, ну значит все, предан анафеме. Пока приостановлен, но тем не менее. И песня «Иностранец», и вообще моя версия, это просто один из моих тиктоков, который на самом деле набрал 8000 просмотров. И все, и мы забыли, и я дальше просто делал новые видосы. И спустя где-то полгода только он начал набирать обороты. Все начали записывать видео. Только в ТикТоке было более 150 тысяч записей, видео других ребят, которые записывали на именно иностранцев. Вы не подумайте, пожалуйста, Go Arthur — это не мастер каверов. Спасибо. У человека Максим. Огромное количество собственных песен, об этом мы тоже поговорим. Но сначала хочется запримерить вот иностранцев в твоем варианте. У нас самая демократичная программа, поэтому 8-916-003-105-7. Наш WhatsApp работает. Вы, пожалуйста, послушайте версию Артура и напишите, нравится, не нравится, что вы там для себя почувствовали. Что-нибудь хочешь понапутствовать? Она уже заиграла эту песню. Я желаю вам приятного прослушивания. И танцев таких. Погнали. Вот, да, пятничных, стильных, неспешных. Go Arthur, «Иностранец». Премьера на русском. Бежала полоса, широко била, разделила небеса с горем пополам, заглушила голоса, залила.
глаза, утонула волоса в девичьих слезах. Я знаю, все будет, забудьте, люди, я так больше не могу. Подари мне первый танец, забери меня с собой. Я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой. Словно лодка в океане, затерялся берег мой. Я повсюду иностранец, забери меня, мама, домой. Пробежала полоса, зверем залегла, расколола небеса на куски стекла. Предложение на слова, близких на врагов, материк на острова, Бога на богов. Я знаю, все будет, забудьте, люди, я так больше не могу. Подари мне первый танец, забери меня с собой. Я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой. Словно лодка в океане, затерялся берег мой. Я повсюду иностранец, забери меня, мама, домой. Я повсюду иностранец, забери меня, мама, домой. Подари мне. Ну, не знаю, как вы, мы танцевали. Записали видео, потом выложим вам. Вы сильно строго не судите, пожалуйста. Все-таки я ведущий, гость мой поющий, поэтому мы танцуем так только в пятницу вечером. Go, Arthur, иностранец, только что здесь на Русском радио. Поздравляю тебя с премьерой. Спасибо, Максим. Да, ну, будем надеяться, что не последняя. Вот тебе аплодисменты по этому поводу. Сейчас нам обязательно что-нибудь напишут люди, накидают, как им понравилось, не понравилось. Ты сколько вариантов записал? Или вот это вообще по наитию было? Вот этот вот звук этот ты нашел, подход? Самый первый вариант, он родился буквально за 5 минут. Я записал, на все это мне потребовалось 20 минут. Я выложил ТикТок. Но именно дорабатывание песни, это было около... Ну, 5 вариантов точно. Это 5 разных проектов. Ага, и вот это, пятый выстрелил? Пятый выстрелил, да. Но я скажу, потребовалось много времени, чтобы ее доделать. Слушай, ну, ты перфекционист, я понял. Есть такое. А есть рядом тот человек, который говорит, что лучшее — враг хорошего, успокойся, закрой проект, сохрани и выкладывай? Нет, нет. Со мной рядом только те люди, которые говорят, сделай так, как ты это сделаешь, чувствуешь. Сделай шестой. Все сделай, говорят, шестой, сделай шестой проект. Но сделай это от души. От души поздравляем с премьерой. Понравилось, не понравилось, сейчас узнаем. Ну, надеюсь, что понравилось. Почему, кстати, эта композиция именно? Я очень люблю эти песни. То есть ты вырос, ты ходил в караоке всегда. Я вырос на их песнях. Я еще успел прыгнуть в 90-е. Ага. В 97-м все-таки родился. Вот. Мне очень нравятся эти песни, они с большим смыслом, с большой душой, поэтому я решил сделать кавер именно на нее. Насколько успешен он получился, мой скромный гость через пару минут вам расскажет, похвастается количеством прослушиваний, просмотров, и, между прочим, одна большая мировая знаменитость тоже оценила, yes, и yes. Кое-что под это сделала. Кто она и что сделала, через пару мгновений на русском. До выходных всего ничего, мы проводим их под музыку, подчеркну, под новую музыку здесь, на Русском радио. Сегодня у нас новый артист, Go, Arthur. Почему Go, почему Arthur? Почему Go, почему Arthur, скажу, потому что... Ну, Arthur типа англо-вариант, я, да? Я сам по себе человек такой, люблю работать, так. Но ленивый. И все, кто со мной рядом, всегда говорят, ну давай, Артур, давай, 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 ага. Давай. И как бы здесь несколько смыслов. Во-первых, вперед, Артур. А во-вторых, у меня маму зовут Гоар, а меня Артур. То есть это очень такая фундаментальная по корням история, поэтому Go, Arthur. Вперед, Артур. Ты понимаешь, что такая не очень она произносимая для среднестатистического русского уха. Да, но я для себя решил, если из каждого утюга будет звучать Go, Arthur, то я думаю, люди запомнят.
Люди, Гуартур, даю установку. Посылаем лучи. Спасибо. С новой песни пришел, называется «Иностранец». Песня ново-старая, в том смысле, что это, да, та самая Меладзовская. Но вот хороший кавер у Артура получился. Насколько хороший, я просил тебя козырнуть цифрами. Что ты мне расскажешь, какие успехи у этого иностранца? Если говорить о том, сколько прослушиваний за месяц в Яндекс, это около 3 миллионов. А если говорить в общем, да, сколько стримов, это около 20 миллионов. Ну, такая приличная европейская страна. Согласен. 20 миллионов. Я сам в шоке. Как-то тебе это, ну вот такой мгновенный быстрый успех. Дальше что? Следующий кавер готов уже. Нет, кавера следующего не будет. Будет следующая песня, она будет авторской. Потому что, в принципе, я всегда занимался сам музыкой, сам писал. И у нас есть свои песни, которые уже и так доступны в Яндексе и на всех цифровых площадках. Но, тем не менее, жизнь, если говорить, поменялась ли жизнь после этого, она не то чтобы поменялась, просто еще что-то новое, классное добавилось в уже очень хорошую жизнь. Слушай, как, так как ты вот кавер выпустил, да, как это все на правах? То есть надо права было на эту песню получать или нет? Или ты просто ее перепел в кайф, сделал другую аранжировку и вот с ней можешь нет, что угодно сначала делать? Я просто сделал это от души и все. И через какое-то время с нами связался лейбл, с которым мы договорились обо всем. И в итоге официально выпустили кавер. То есть ты можешь ее петь даже на концертах? Да. Это сейчас песня «Кормилица», правильно я понимаю? Кормилица? Ну, кормилица в смысле, вот, Артур, приходите к нам спеть «Иностранца», а мы вам за это вот столько. Это песня «Плацдарм». Ага, то есть ты в начале пути, ты вот это, об этом хочешь нам сказать? Я в начале, не то чтобы в начале пути, но это хорошее, в принципе, начало для нового уровня. Вот так. До того, как появился в твоей жизни иностранец этот, да, который тебя вывел на новый уровень, что ты делал? Ты тихо себе писал песни на студии? Или у тебя есть постоянная не работа только, какая-то? Не только. У нас есть музыкальная школа, называется Gaga Music Hall в Тюмени. Да. Мы стартовали из Тюмени, вот. И мы занимаемся вокалом, музыкальной психологией. У нас там студия звукозаписи. То есть у нас жизнь и без иностранца всегда была насыщенной. Мы сами создавали все это. Поэтому благодаря школе я не почувствовал огромного переворота в своей жизни с приходом иностранца. Ну ты там директор, или ты там преподаватель, или ты владелец? Я один из партнеров и преподаватель. Ты вокал преподаешь? Да, вокал. Так, хорошо, то есть получается сейчас на 2 города, да, между Москвой и Тюменью разрываешься? Да. Планируешь ли переезд или нет? Об этом через несколько минут, а пока очередная новинка. Мы сегодня премьерим песни, да, не забывайте, это «Русский старт» на русском радио. Дима Билан и Люся Чеботина. «Секрет на двоих». Слушаем, потом обсудим, нравится тебе или нет. «Русский старт» на русском радио. Пятница, время музыкальных премьер. Мы их тестируем в «Русском старте» на русском радио. Вот Дима Билан, вот Люся Чеботина. Их совместная новая работа «Секрет на двоих». Мы с моим гостем сейчас по ним и пройдемся. И обсудим, понравилось или нет. У меня Go Arthur, да, новый артист, новое имя, привыкайте. Что ты скажешь по поводу этой новинки? Всем еще раз привет, кто только подключился. Я скажу вам, что запись — это, конечно, очень хорошо. И оба артисты очень классно звучат. Но на самом деле, как в лайве они поют, особенно как Дима Билан поет в лайве, какие он добавляет мелизмы, и он полностью чувствует себя свободно в вокале, это, конечно, гораздо круче. Так, ну, лайв сегодня у нас был, они были в гостях, вот на твоем месте сидел Билан, кстати, несколько часов серьезно? Назад. Да, сегодня в 8 вечера. Мне надо было пораньше прийти. В 8 вечера они сегодня к нам приходили, мы круто. С ними общались, тогда примерили передаю песню. Большой привет. То есть, песня нравится, все. Кстати, Люся Чеботина написала ее сама. Все круто, я знаю, что она сама пишет песни, поэтому я, как человек, который тоже сам пишет песни, прям супер. История такая, значит, писала, представляла в голове, что только с Димой она может ее спеть, обратилась, Дима сказал, классно, классно, давай споем. У тебя такие варианты есть, такой план в голове? Вот классная песня, надо кому-то ее. У меня такой план есть, предложить. Но я пока его не озвучиваю. Боишься отказа? Не то чтобы боюсь отказа, я просто жду подходящего момента, потому что у каждой песни есть свое время. Вот, поэтому посмотрим, как получится, но зачастую я стараюсь все делать так, как вот чувствую внутри себя. То есть здесь важно слушать свою интуицию и делать так, как ты просто внутри себя это слышишь. Ну вот смотри, сейчас до Нового года всего ничего, ты как раз сидишь на месте рядом с елкой, самое время загадывать желание, с кем бы спел, если такая возможность была бы.
О, май. Кому бы? Ладно, я еще раз. Слушай, мы на русском радио. Вот мы все как бы самые большие артисты здесь. С кем? Я не буду говорить, с кем я хочу спеть. Но еще раз, если мало ли меня слышат, я хочу передать привет Зиверт. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня недавно, кстати, был день рождения. С прошедшим днем рождения вас. Надо бы написать в соцсети. Дорогая Юля, в качестве подарка вот демка. Ну, мало ли. С наступающим Новым годом. Да, ну, кстати, хороший выбор. Очень... Спасибо. Очень стильно. Ты знаешь, все-таки это же действительно Новый год, время чудес. Если ты сказал Зиверт, нет ничего проще. Зиверт на русском радио дальше. Продолжаем слушать новую музыку, открывать новые имена. Сегодня у нас Go Arthur в гостях. И еще раз привет тебе. Привет, привет. Артист, кстати, из Тюмени, там родился, до 20 лет прожил, потом приехал в Москву, здесь получил высшее музыкальное образование и снова свалил в Москву, в Тюмень. А почему ты, кстати, не зацепился здесь-то? Не зацепился, потому что у нас началась пандемия. Было тяжелое время, на самом деле, и... То есть переезд-то ты готовил до пандемии еще? Нет, это получилось все совершенно неожиданно, просто в моменте. Я переехал, началась история с этой школой. Вообще, в принципе, зародилась эта идея. Мы построили школу, и все пошло-поехало. Тебя Тюмень отпустят при случае? Вот сейчас у тебя песня, которую ты выпустил и сегодня принес, она выстрелила. К тебе есть интерес. Все ждут от тебя, что же ты сам будешь выпускать. Если все пойдет хорошо, там все оставишь или нет? Я думаю, что, знаете как, во-первых, дерево без корней может легко ветер сдуть. А во-вторых, сейчас такое время, когда вообще не важно, где ты находишься. То есть мне классно дома. Там есть студия, там есть все для того, чтобы создавать песни. Но если пока ездить у тебя... куда-то дальше, да, допустим, да. Взял билет, полетел, улетел на год, вернулся. Но как бы дом — это то место, которое всегда тебя ждет. К тому же там дешевле, чем в Москве раз в 5, наверное. Нет, не факт? Да не то чтобы не факт, конечно. Так, Тюмень, Тюмень, Тюмень. Я же 9 января лечу в Тюмень. Отлично. Тогда мы 9 января ждем вас в Gaga Music Hall в нашей школе. Пожалуйста. А что там интересно? Что, куда сходить? Что посмотреть? Что посмотреть? Ну, какие-то источники мне там хвалили. Какие-то раз? Источники мне там хвалили. А, это горячий источник. Горячий, да. Горячий источник обязательно посетите. Ага. А, что еще? Нефтяник. Это и туда повезут. Обязательно. И драматический театр. Ну еще, конечно же, можете заехать в мой любимый колледж искусств. Там, кстати, висит твоя... Все наши есть. Выпускники. Все там есть. Все там есть. Поэтому я надеюсь, что мы там увидимся, поговорим, и я вам все покажу. Споем еще не раз. Очередная музыкальная премьера, еще одна новая песня, которую мы будем сейчас тестировать. Звонкий. Имя знакомое? Нет. Не знаешь Звонкого? Нет, серьезно, не знаю. Ну, я представлю тебе его. Песня называется «Простые слова». А для тех, кто знает, кто такой Звонкий, давайте слушать и оценивать. Андрей Звонкий, «Простые слова», премьера на русском. Простые слова, премьера на русском радио «Звонкий». В русском старте у нас преимущественно новые песни, которые сегодня как раз артисты выпустили. Вот эта новинка нас заинтересовала, нам понравилась. Я хочу у моего гостя спросить, тоже новый артист. Как всегда, мы принимаем гостей и знакомим вас с новыми действующими лицами шоу-бизнеса. Go Arthur, нравится тебе песня «Звонкого» или нет? Перед этим можно музыку полностью убрать? Да. Я верю в чудеса, слышу все голоса. Конечно, я знаю. Это старая песня артиста. Звонкого, да. Она старая, да, она старая. Ну и Звонкий не новый. Мы вычитали, что это Андрей Владимирович уже. Андрей Владимирович, я вас, конечно же, знаю. И песню знаю. Все классно, конечно, мне нравится. То есть согласен, что вот какую-то формулу он... Вот эти простые слова похожи чуть-чуть там образом на предыдущую работу. Какую-то формулу для себя уже открыл. Да не то чтобы формулу. Классно, что у вас... Все песни звучат очень легко. Они даже по сведению такие, знаете, воздушные. Uh-huh. Это добавляет как бы такую легкость. Хочется просто слушать, заниматься своими делами, ездить куда-то. Это классно. Мне тоже понравилась новинка. Андрей Звонкий, супер. Надеюсь, что песня попадет в большую основную ротацию. Называется она «Простые слова». Если вам понравилось, ну, чтобы вам легче было искать. По поводу моего сегодняшнего гостя. Значит, Go Arthur. 25 лет. В Тюмени родился. В Москве пригодился. Пришел сегодня с новой песней. Мы обязательно еще раз послушаем кусочек. Ну, мало ли вы пропустили. Это кавер на «Иностранца» того самого Милазовского. Кавер выстрелил невероятно, и мы обещали сказать, что там за артистка иностранная. Как-то под эту песню
Ты мне рассказывал за эфиром, конечно, что... Конечно, кто это? Кто оценил тебя? Однажды я просыпаюсь рано утром, открываю сторис и понимаю, что мне очень много людей переслало сообщение, где Николь Шерзингер танцует под иностранца. Для тех, кто... Ну, все-таки на русском радио. Николь Шерзингер, это была такая... Представляете? Такая группа Pussy Cat Dolls когда-то. Yeah. Дико популярная. Потом она стала петь сольно, Николь Шерзингер. В общем, такая большая знаменитость. Как она на нее наткнулась? Просто в рекомендованных? Ничего не знаю. Я думаю, просто в рекомендациях ей понравилось, и она решила записать видео. Ты какой-то странный артист. Кстати, частью этого тренда. Ты должен был написать: Николь, hello, it's me. Я твой иностранец. Я написал: Николь, hello, it's me. Go, Arthur. И? И. Ну вы представляете, сколько там таких Go, Arthur пишет? Ну надо было всех... Сколько у тебя подписчиков? 1015-20 есть? Ну вот надо тысяч. Было написать 15 тысяч сообщений для Николь. Я думаю, мы еще... Так, ребята, давайте так сделаем. Пишем Николь Шерзингер в Инстаграм, отмечаем меня, Go, Arthur, и чтобы она заметила. Слушай, мне может кажется, быть, уже не вспомнит, уже время утекло. Ну мало ли. Флешбеки. Но в любом случае, факт остается фактом. Она записала видео, и это круто. Вы нас простите, пожалуйста, дорогие, что мы сегодня о запрещенных соцсетях говорим, но там вся жизнь, там вся музыка. Ничего страшного. И ТикТок вроде это анафеме предан. И Инстаграм тоже временно предан анафеме. В общем, в социальных сетях. Да. Еще кто-то из отечественных? Или отечественные звезды не радовались твоим успехом? Павел Воля. Кто еще? Достаточно. Ханна. Подсказывает. Да, спасибо за подсказку. Go, Arthur, в гостях. У нас есть еще одна новинка, которую мы протестируем очень скоро на вас. Но пока уже привычная песня. Все-таки пятница, хочется подвигаться, потанцевать. DJ Smash, невеста, позвони. Это, кстати, тоже кавер. DJ Smash и невеста, позвони, только что здесь на русском радио. Это я почему сказал тоже. У меня в гостях Go, Arthur. Человек, который прославился тем, что шикарно перепел иностранца. Пока играла музыка, я спрашиваю, а создатель-то этого трека в курсе, что ты перепел его? Он слышал тебя, благословил. И что мне это ответил Go, Arthur? Я не так давно узнал о том, что когда автору песни хотели показать кавер, он сказал, что он уже в соцсетях слышал. И это, конечно, было очень приятно. Ну, надеюсь, не так, да я слышал уже в соцсетях это. Круто. Надеюсь, что он сказал, классно, я слышал. Если вы еще не слышали, то вот этот, собственно, кавер, песня, которая прославила моего сегодняшнего гостя. Такое неожиданное прочтение всеми любимой композиции. Я повсюду иностранец, забери меня, мама, домой. Подари мне первый танец, забери меня с собой. Я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой. Словно лодка в океане, затерялся берег мой. Я повсюду иностранец, забери меня, мама, домой. Но что-то латиноамериканское слышится в этой аранжировке. Ну, не скрою, почему страстная песня для трескучих морозов то, что нужно. Конечно. Мы договорились с Артуром, или как тебе удобнее, с Go, Arthur'ом? С Go, Arthur'ом. С Go, Arthur'ом. Go, Arthur. Я понимаю, Go, Arthur'ом. Это я уже в другом падеже пытаюсь. Что поговорим о том, что есть у него собственное за душой. Он говорит, что я сейчас не перепись имущества, я про то, что он ведь давно, ты ведь давно выпускаешь собственные песни. Да. Я говорю, а какая песня самая вот для тех, кто только-только тебя услышит, что послушать, что забить, какая твоя визитная карточка? Послушайте обязательно песню «Танцуй», песню «Хулиган», и еще есть песня «Дом», которую, кстати, я исполнял на шоу Алексея Немова не так давно в Лужниках. И еще 4 моих альбома послушайте. Все и очень достойно, да. Просто напишите в соцсетях, в интернете, на всех площадках Go, Arthur. Слитно Go, Arthur. Что-нибудь, будет. Что-нибудь исполнишь для людей свое какое-нибудь? Конечно. Что? Танцуй. Сейчас прям живьем? Конечно. Можешь? Конечно. Давай. Так давай танцуй, раз, два, три, на три, два раз танцуй, словно каждый день последний шанс, как в первый раз, танцуй сейчас. Так давай танцуй. Пятница вечер. А, собственно, чем еще заниматься? Надеюсь, что вы действительно веселитесь. Ну, или хотя бы сидя, не скучаете рядом с включенными приемниками, где играет русское радио. Если вы трансляцию не смотрите, я вам сейчас дам, что рядом с моим гостем странный музыкальный инструмент. О, это дудук, правильно?
Да. Это если, дуду. Как писал Чехов, если ружье висит на стене, оно должно в последнем акте обязательно выстрелить. Если дудук лежит на столе, с ним должно что-то произойти. Для чего он, ты пришел с ним? Не, он, конечно, может выстрелить, но... Дротиком. Дротиком, да. Мундштуком. Но, тем не менее. Это мой дудук, на котором, я честно скажу, я не умею играть, не умею. То есть ты сейчас нас на прощание будешь мучить? Но я очень люблю музыкальные инструменты. И гравировка, она моими руками сделана. Здесь написано «Go, Arthur». Так. И это мой подарок для русского радио специально для вас. Поэтому боженька! Передаю русскому радио. Сейчас, подожди. Не, давайте, я же «Go, Arthur». Да. Как король Артур. Вот. Дарственный момент, ребята. Посвящаю тебя в рыцаря дудука. Так. Надо ударить. Сейчас у нас небольшая тут инсценировка. Меня бьют, впервые в истории русского радио, меня бьют дудуком. Спасибо огромное. Слушай, ты какой-то щедрый гость. Ты знаешь, у меня есть друзья, прекрасные армянские музыканты. Отлично. Которые... Странно, почему армянские? Ну, потому что все сложилось. Да. Которые, я уверен, что если я возьму эту штуку на какую-то посиделку большую музыкальную, скажут мне, что что-то невероятное. Это ваш пропуск, понимаете, в любое место. В любую армянскую тусовку музыкальную. Ладно, спасибо, очень приятно, обязательно с ней сфоткаемся. Я думаю, что сейчас наш генеральный директор и наш музыкальный директор пишут, потирают руки, что хорошо, новый экспонат в музей. Давай тогда... Своими руками. Гравировал? Да, сам делал. А все остальное вроде профессиональная штука. Нет, да? Все остальное профессионально, но гравировка моя. Но ты же врешь, что ты не умеешь играть. Нет, не вру, я реально на нем не умею играть. А, я хотел просто он, дудук звучит нереально. Если давайте так, на следующий эфир я освою. Я вам сыграю на дудуке. Ладно, пока у нас очередная новинка. Фейген, это имя новое. Это новый артист, Velvet Music, по-моему, занимается. Песня называется «Принцесса». Послушаем и оценим. Я включаю романтику, ты включаешь принцессу. Отключаем башню на соседних креслах. Даже когда ты в статике, молит процессор. И уже не важно. Еще одна премьера в русском старте. Фейген, трек называется «Принцесса». Фейген действительно очень молодой артист. Глеб зовут его на самом деле. Он под крылом Velvet Music. По-моему, там самый молодой сейчас. Хотя, может быть, я и там так быстро они стареют и взрослеют, что, может быть, есть кто-то и моложе. Может быть, Даша уже моложе. Как тебе премьера? Спрашиваю моего гостя. Go, Arthur, сегодня со мной. Я так скажу, это очень классная вечерняя песня, которую можно включить, когда ты, не знаю, свечи зажег, еще что-то, когда атмосферно что-то, ее можно послушать. Такая песня могла бы у тебя появиться? Ты мог такую написать? Может быть, когда очень влюблен, или когда, наоборот, там, с кем-то расстался? Я думаю, да, но у меня душа все равно, знаете, немножко хулиганская, поэтому... Даже если страдает, то... Даже если страдаю, то я бы там пострадал побольше. Темперамент, его никуда не денешь. Кто сейчас с тобой занимается? Ты подписал с кем-то контракт или ты сам себе артист? Никто это... Помнишь, я сам, свой собственный. Я вам так скажу. Я как артист не подписан, но мы сотрудничаем с первым музыкальным издательством, и достаточно отлично. Предложения какие-то тебе делали, или, может быть, ты мечтаешь в чьих-то руках оказаться? Нет, не мечтаю в чьих-то руках оказаться. Я рад, что я в своих руках стараюсь держать себя. Вот. Но, тем не менее, при этом предложений было очень много, но с первым музыкальным издательством мне очень нравится. Тебя все устраивает, я понял. Да. Вычитал, что Go, Arthur, мой гость, занимается врачеванием посредством музыки. Я уж не знаю, правильно или нет, создаешь песни. Это на какой-то на каком-то знахарском, где лечат этими примочками, все правильно, рассолами. Там сказано, все правильно. Вот, что создает песни на какой-то определенной частоте, которые благотворно влияют на тело и душу. Да, это частота 432 Гц. В этой частоте писалась и классическая музыка. Она очень классно влияет на человека, поэтому здесь герцы имеют свое положительное влияние на организм. Это частота 105,7 в Москве. Я вот про что. Да, отлично. Русское радио положительно влияет. Слушай, я рад был с тобой поболтать. Мы еще очень много чего не обсудили. Это будет повод увидеться и презентовать, например, твою сольную песню, твою самостоятельную работу. На прощание что хочешь пожелать большой стране? Обязательно. Перед тем, как пожелать, хочу сказать, что мы сейчас готовим новые песни, поэтому совсем скоро. Немного осталось слушать иностранца. Спасибо всем большое. И перед этим я еще хочу вам сказать фразу, которая со мной на протяжении всей моей жизни.
не переставай верить в то, что ты пока не видишь. И еще, свобода любит тех, кто не утратил себя. С теплом в сердце, ваш Гуартур. Всем хорошего вечера и спасибо, Русское радио. Разбираем на статусы ВКонтактике. Спасибо тебе огромное, Гуартур. Если вам понравился артист, найдите его в соцсетях, напишите ему приятные слова, слушайте, спасибо. Смотрите. И спасибо, что были с нами. Следующую пятницу порция новой музыки продолжится. Чао, хороших выходных. Пока. Русский старт.